Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вас ждет что-то новенькое в отношении нашей игры. Каждый день стараюсь специально для вас и очень надеюсь, что вы поможете мне дойти до 50 тысяч подписчиков. 42 тысячи у нас уже есть, осталось всего ничего. Спасибо большое за то, что подписались прямо сейчас на канал и прожмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать следующие видео на моем канале. Итак, ребят, рулеточка «Высшие хищники». Чего она стоит и что я из нее получу? Крутить буду на своем твиттере. Аккаунте по одной простой причине, потому что на основном аккаунте из всех десяток, которые здесь представлены в сертификате, ну и в том числе в контейнерах «Высшие хищники», у меня нет только ВЗ-111-5А, и я не сильно гоняюсь за данным танком. А вот на данном твинке у меня есть только две машины, а именно суперконь и объект 268-4. В отношении стоимости рулетки, стоимость рулетки, я бы не сказал, что объективно хороша, потому что все 20 прокрутов обойдутся вам в 23 тысячи 105 голды. За эти деньги, в целом, зайдя в магазин, когда выставляются соответствующие предложения на какие-нибудь танки 10 уровня, вы вполне спокойно сможете купить себе какой-нибудь наборчик с десяточкой, получить машину в легендарном внешнем виде, плюс каких-то несколько контейнеров, если их туда положат. Ну и в целом, ребят, быть довольным как слон. Да еще и сдача останется. А здесь, ребят, вы получите сертификат на десятку, причем без легендарного внешнего вида. Да, получите контейнеров, но не факт, что вам из них что-то хорошее выпадет. Да и плюс к тому, не факт, что вам упадет та десятка, о которой вы мечтаете. Поэтому я не рекомендую крутить рулетки, в которых вы пытаетесь достать кота из мешка. Лучше покупайте товары непосредственно в самом магазине, так у вас гарантия получить то, что вас действительно интересует. Ну что, ребят, поехали. Давайте будем крутить 50 голды. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, будет серебро, свободка, потом иксы. И вот вопрос в том, а хватит ли мне голды дойти до каких-то нормальных контейнеров. Один мистический. Ну ладно, окей, лучше, чем серебрянья, вопросов нет. Глядишь, может, отсюда что-то хорошенькое выпадет. Да, пожалуйста. Целых 2 сертификата на 200 свободного опыта и еще 4000 свободки. По талисманам у меня голема. Понятное дело, что до контейнера 2 уровня я в этой рулетке не дошагаю точно. 100 голды. 100 голды. Ну давай, давай мне так уж и быть мега-контейнер. Ну, нет, 2750. Так, я хоть не ошибся? Да, ошибся, бомбический, блин. Оговорился случайно. Открываем за 200 голды. Ну давай. Давай, сделай мое утро счастливым и довольным. О, как я счастлив, как я доволен. Еще 2750 свободки. 330 голды. Блин, а потихоньку дороже становится. Потихоньку становится дороже. И когда дойдет до отметки в 1000, вот это будет уже совсем больно бить по карману. Пока вроде бы не сильно ощутимо, но я особо ничего и не получил на данный момент. Слил практически 1000 золота, если я правильно сейчас в уме себе считаю. Собери их все. Ну давай, давай тачку какую-нибудь, что ли, мне. Не, говорит, на, забирай себе еще 2300 свободного опыта и бустеры, и будь счастлив, ГСН. Одного не хватает талисмана. Ну, шансы есть. Шансы есть хотя бы 1000 назад вернуть. Было бы неплохо. Но. И что дальше будем? Ну и дальше опять свободка. Хорошо. Свободку мы забрали. Осталось 500 000 серебром еще забрать. И потом дойду до самых прелестных вещей в этой рулетке. А именно до непревзойденного снеговика, который ни под одну машину не подходит. И просто великолепного новогоднего сапожка, который тоже непонятно почему здесь находится. Мы уже давно ушли от новогодних праздников. А его продолжают все время сюда закладывать. У всякого рода рулеточки. Но... давай, 500. Нет, собери их все, и 1000 ко мне возвращается гарантом. Вот она, родимая. Но при этом всем, ребят, я продолжаю оставаться в существенном минусе. И тот минус, который я потратил, как мне кажется, впустую. Напишите свое мнение, что вы думаете по поводу, по крайней мере, вот этой части прокрута рулетки. Имеет оно смысл, не имеет? Получил я что-то оттуда годное или не получил? Класс, просто супер. 400 свободки и 50 тысяч серебром.
Мамочки мои дорогие, слушайте, из мистиков прям сыпет, ну не знаю, как в базарный день. Еще один мистический. Ну дай хоть сертификат, я не знаю. Уж хоть на что-нибудь. Да ну блин. Ну это галима. Реально галима 1150. Я с неимоверной завистью смотрю те видео, которые мне присылают на почту, и некоторые из них я публикую. Там действительно как-то вот выпадает, а я как-то постоянно сопли жую. Все. На этом не собрал их всех. На этом все для меня, пособери их все, заканчивается. Да, полмиллиона. Как круто звучит и как мало это стоит. Ладно, последний прокрут, ребят. Больше голды просто нет. Скорее всего, сейчас заберу анимированный аватар, разобью монитор. Ладно, монитор бить не буду, я планировал сегодня еще прямую трансляцию проводить. Короче говоря, что могу сказать? Ребят, покупайте товары в магазине, а рулетки крутите тогда, когда вы готовы идти до конца и действительно видите в этом какой-то смысл. Или рискуете сделать как я, слить 7000, а то и больше, 8, да, получается, тысяч золота и не получить ровным счетом ничего. Я пошел снимать очередное абсолютно честное видео специально для вас, а вы, друзья мои, поддержите меня, пожалуйста, поддержите развитие канала, подпишитесь на него. Я буду вам безумно благодарен. Мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.